Вес готов. Атлет готов. Ну-с, посмотрим, что у нас с силой богатырской. Богатурской. Растяжечка. Первым делом. О, хорошо. Растянулись. Растянулись. Так. Килограмм. Начнемся. Укоренились и погнали. Опа! Тазик распростали. Так. Первый подходик. Триста 64 килогерца. Подвесы сразу. Сразу спина двумя колышками стала. Почувствовала, что надо делать. Укореняемся. Ну и поехали. Тазик распростали. Есть. В голову ударила. Энергетика. Однако. Так. Энергетика, однако.
140 кг, чтобы все, так сказать, тело вработалось, организм работался. Тело загудело, это уже хорошо. Пошла энергия, укореняемся. Внимание на таз. Оттуда должна пойти сила. Хорошо. Организм начал соображать, что и как. Он действует как единый организм. Все клеточки даванули. Килограмм добавили, итого было 360 плюс 80, 440. Давить надо энергией, не мышцами, а энергией. Это очень важно, чтобы ни давление не повышалось, ни в голову там кровь не била и так далее. Лицо не краснело и какая-то радость ощущалась. Вот это главные вещи. И радость, с радостью. Как говорится, наше дело пробовать. Наше дело пробовать. Не будем спешить. 480. Укореняемся. Тело хорошо уже гудит. Энергетика по нему пошла. То есть надо добиться, чтобы пошла энергетика, чтобы вы это почувствовали. Капилляры открываются. Даже небольшой жар появляется. То есть это то, что признаки, указывающие на то, что идет нужный процесс. Таз плотно лежит, все там такое. Так, раз, два, три, четыре, 4 на 4, 160. Итого 160 и 360. Это получается 524. Тело все, мелкие такие вибрации идут. Это хорошо, укореняемся, соединяемся с энергетикой Вселенной, планеты Вселенной. И поехали. Фу. Будь смелей, акробат. Ничего. Хорошо продавило. Попробуем еще разок.
Фух. Дело не пошло. Оставим 404 килограмма. Бля. Опля. Опля-ля-ля-ля-ля. Укореняемся. И с радостью. Главное ощутить радость напряжения. Вот это самое основное. Поднял, не поднял. Главное, напрягся. Ва! Кость в кость. Пусть все. Вверх сшибает. Хорошо. Хорошо.
Хорошо, зашевелилось вес.
идем. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.